Тогда выходи. Выходи. Тоже поедешь, что ли, металлолом? Тогда? Фарш это, слушайте, надолго хватило? Когда прошлый раз-то это фарш-то делал? В сентябре, наверное, или в октябре. В общем, надолго хватило. О, ничего себе, снег с сарая скатился, я даже что-то не заметил. О, да котан тоже скатился. А с этой крыши никогда не скатывается, только весной, потихонечку. А видимо вот на этой крыше это хорошенько так скатилось, быстренько. Значит, уклон хороший здесь сделал. А вот там чуть поменьше уклон. А может и такой же, или кажется. Не знаю, непонятно. Зачем я выбросил эту лампочку? Ее же можно было починить. Да, можно было. Где-то у меня даже есть видео, как я чинил эту лампочку. Но чтобы ее правильно починить, нужен трансформатор на 3 кВт. А так она это еще быстрее перегорит, если просто там запаять. Вот. Так что выбрасываем обратно. Танюшка. Я тут это... Приболел маленько, ну, видимо, когда эту горку делал, вымок весь, лишь бы это во фронтит не переросло, ну, сопли там, да чё-то, короче. В Чернушку-то я зачем ездил? А ездил это, медь сдавать, ну, которую я копил-то вот там, все чистил, собирал. В общем, по 470 рублей килограмм сдал, 32 килограмма, и там еще два аккумулятора было. Ну, ждать не стал, пока там поднимется еще цена. Ну, в городе так-то 510 в этом большом, в Перми. А тут 470. До туда, до Перми далеко ехать. Не стоит оно того, туда далеко мотаться. Так зачем я это делал-то? Вот, чтобы рассчитаться с долгами, вот за эту крышу там, 32 500, вот это железо сверху, вот, на сарае-то. И вот, чтобы в Новый год без долгов, а там уже можно снова. Ну, лучше не брать. Вот.
В общем, в город ездили, тепло было, на трассе грязно, слякотно. Вот и машинка вся заморалась. Жена отправила меня на мойку, а мне лень туда ехать, там еще ждать сколько. Вот, 15 минут и готово. Машинка чистенькая. Ну, сегодня минус 7. Я машинку завел, прогрел. Но если вы тоже будете зимой мыть, это на стекло горячее не делайте, а то может треснуть. Тихонечко так протирайте. А остальное, вот где железо, можно и нормально так помыть. Вот, ничего не будет. Горку помаленьку, потихоньку наращиваем. Вот. Новогодняя распродажа уже идет. 1000 товаров со скидкой 10%. Переходите по ссылке в описании. Какой прекрасный вид! Прямо из окна дома лес. Всегда мечтал о таком виде из окна своего дома. Ну как мечтал? Я всегда жил возле леса, вот с родителями-то. Просто не придавал этому значения, вот и все, наверное. Ну там из окна-то прямо не было леса, а тут прямо из окна, вот какой красивенький лес. Ну как вы знаете, я тут приболел, дома сижу. Поэтому, как и все блогеры эти, решил языком почесать. Не все же время работать физически-то. В общем, в этот раз не прокатило. Суп надо сварить. Но в прошлый раз, когда я кастрюлю открыл, тут готовый суп был. А сейчас открыл, тут мясо. Ну, это намек, что приготовить надо суп, понимаете? Вот. Я сразу его, супчик сразу солю. Супичек. Что еще? Вот у нас кошка Няша, пукашница. Блин, пукашница, это на каком языке? На русском есть такое языке слово? Пукашница. Пакостница. Ну-ка скажи, ты пукашница? Я хорошая кошка. Сам ты баштак. Слышали, нет, что она сказала? Вот воду ей наливаешь, она ее всю расплескает по полу, а потом пить начинает. Вот что за кошка? Или они все такие? Так, свеженький туалет. Ну вот, пришел поролон для углового диванчика в домик, чтобы он был мягонький такой, красивенький. И там еще пришел материал сверху укрывной и пуговки. Надо и съездить забрать. Вот, в общем. Ну, скоро, наверное, сделаем диванчик.
размер 1 м на 2, толщина 40 миллиметров. Вот, буквально минутку полежал и все, расправился. Еще, наверное, получше расправится, подольше полежит дык. Так, ладно, все, на этом новости закончились. Два слова, комментарии. Ну и всем добра, всем пока. До свидания.